Краснознаменский сквер продолжает преображаться. Второй этап благоустройства близится к завершению. Глава округа Андрей Булгаков вместе с инициативной группой жителей посмотрели ход работ. В сквере полностью завершены прогулочные зоны. Как пожелали жители, они разделены на пешеходную и велодорожку. Вскоре здесь подключат освещение, установят гимнастический комплекс и тренажер для лиц с ограниченными возможностями. Площадка уже подготовлена. В стадии завершения беседка в стиле эко. Также по просьбе жителей дополнительно сделают живую изгородь вдоль ручья. В ходе встречи обсудили продолжение прогулочной артерии через детский городок, центральную улицу и вдоль ручья Панери. Ведутся работы по обустройству тротуара, установлен пешеходный мостик. Приятное новшество ждало и любителей покормить пернатых друзей. В сквере установлен аппарат со специальным кормом для птиц. Окончание всех работ в Краснознаменском сквере запланировано на середину сентября.